и Малена Сольда в сериале «Цыганская кровь». Авторы сценария Маркос Карневали и Марсело Герти. Операторы Хорхе Фернандес и Гильермо Заппино. Режиссеры Хорхе Ниско и Хорхе Бекара. Чем ты больна? Доктор сказал, это какая-то болезнь крови. Какая, Изабель? Он ее как-то назвал, но я не запомнила. Прогноз неутешительный. Что это? Пообещай мне. Что? Что не скажешь маме. Не скажу. Но мне ты можешь открыться. Я не знаю. Как это лечат? Да, он назначил мне курс лечения. Я должна начать его сегодня или завтра. Как получится. Когда? Амадор, у тебя более важные дела есть, так что... Когда? Не твое дело. У тебя есть более важные дела. А я сама разберусь. Ты мне важнее всего. Не важнее тебя самого. Не лги себе. Знаешь, сколько раз я мечтал о том, как обниму тебя. Бесчетное количество раз. Я тебя прошу, не пускай в сердце тоску. Мужайся, Ампаро. Не могу, Хано, все так запуталось. Это сейчас. Но время лечит. Скоро все изменится. Ты так прекрасна. Позволь мне любить тебя. Открой свое сердце. Я нужен тебе так же сильно, как ты нужна мне. Любовь моя. Майте. Алло. Кто это? Мора? Майте, ты? Передай трубку Хасами. Его нет. Мы уже сломали традицию. Позови его. Я не лгу, его правда нигде нет. Почему? Не знаю. Не понимаю. Машина открыта. Телефон на сиденье. Торт в багажнике, а Хасами нет. А где он? Ты только не переживай, наверняка он зашел в булочную. Я его найду и перезвоню тебе. Майте, ничего не бойся. Мора, я сделала это своими руками, держи. Что случилось? С Хосеми беда. Что? Его машина стоит открытая, телефон на сиденье, а его нет. Нет, нет, нет. Не бойся. Этому есть простое объяснение. Хосеми срочно куда-то вызвали, он выскочил из машины, а телефон выпал. Это гобелана ненормальная. Она на все пойдет, чтобы вернуть его в казино. Я ее боюсь. Давай я сбегаю к Редии, разузнаю, что и как, и тут же сообщу тебе. Успокойся. Я уверена, что все в порядке. Я позвоню. Ладно? Хосеми дома? Нет, вышел. А что? Его машина стоит открытой посреди улицы. В ней его мобильник и свадебный торт. А его нигде нет. Он не в булочной? Нет.
Майта, извини, есть какие-нибудь новости о Хосеме? Пока нет. Майта, сходи к Амадору. Только не паникуй. Я уже в панике, Ласара. Пока. Мора говорит, что Габилана угрожала Хосеме. Может быть, это ее рук дело. Все возможно. Иди к Море, успокой ее. Ты меня выгоняешь? Луз, я не хочу ссориться. Иди. Иди, все хорошо. Ты не подходишь ко мне, а Хану Кампара. Ты нарушил слово. Отсюда и кровь. Я разбередил рану, сильно сжал кулак. Почему ты злишься? Ты боишься людской молвы или своих чувств? Ласара, что ты чувствуешь? Ненависть. Жажду крови. Уязвленная гордость из-за Ампара? Что ты чувствуешь? Разочарование. Я пойду обработаю рану. Я помогу. Не надо. Иди. Мора ждет. Пусть она будет самой красивой невестой. Иди. Прости меня. Спасибо за беспокойство. Вот и ты, Хосеме. Дорогой Хосеме. На что ты меня толкаешь, радость моя? Если бы ты вел себя как послушный мальчик, все было бы иначе. Отпусти меня. Не то. Не то что будет. Что? В твоем положении смешно мне угрожать. Успокойся и послушай прекрасную сказку. Я тебе расскажу, что тебя ждет, красавчик. Сегодня вечером ты не женишься, но отправишься в медовый месяц. Полюбуйся сюда. Ты очень фотогеничный. Я выбрала тебе новое имя, любимый. Нравится? Хосе Мария Габилан. Прочти сам. Хосе Мария Габилан, мой законный супруг. Красивое имя. С этой минуты я буду звать тебя Хосема. Нравится? Скажи, Хосема, ты хочешь в Париж? Я обожаю Париж. А почему? Это город влюбленных. Мы будем там счастливы. Вдвоем. Ты и я. Тебе лучше? Да, спасибо. А тебе? Да. Ампаро, как твой первый выход? Хорошо. Как-то ты неубедительно говоришь. Почему ты встала? Мне уже лучше. Да? Да. Ты же не читаешь газеты. Я изменила привычки. Амадор сказал, тебе нужны лекарства. А ты и поверила этому болтуну. Не слушай его. Детка, какие лекарства тебе нужны? От чего? У меня упадок сил. Доктор уверяет, что это крайняя степень анемии. Отсюда мои обмороки и слабость. У нас в семье кто-то страдает чем-то подобным? Нет, из Сота никто. А Сальваторе?
Сальваторе? Да, может быть. Они все слабоваты. Дай мне рецепт. Я схожу в аптеку. Это дороговато. Как дорого? 500 песо укол. Один раз в неделю. А в общем, можно и без них обойтись. Не о чем беспокоиться, это пустяки. Пустяки? Оденься потеплее. Хорошо. 4 в месяц на 500. Альба, мать Лосаро страдала тем же, чем Изабель. Какая-то загадочная болезнь крови, те же симптомы. Невозможно. Зачем Эрдия появился в моей жизни? Почему Господь так жестоко меня наказывает? Ты роешься в моих вещах? Я не могу ждать. Хосеми исчез. Я ищу телефон. Как это исчез? Я уверена, что его похитила Габилана. Хочу ей позвонить. Похитила? Что за обвинение? Вот ее подарок. Мне на свадьбу. Она постоянно ему угрожала. Мне трудно поверить. Габилана слишком хорошо воспитана для таких вещей. А кое-кто заинтересован, чтобы свадьба не состоялась. Мора, у тебя опять что-то произошло с Амадором? Ничего. Ты уверена? Вы на пару могли бы устроить этот спектакль, чтобы сорвать свадьбу. Папа, я прошу тебя о помощи. А ты издеваешься. Хосеми угрожает опасность. Не ори. И не указывай мне. Иди отсюда, не порти мне праздник, дура. Алло. Здравствуйте, сеньора. Это Хану Амая. Какой сюрприз. Простите за беспокойство, но у нас сегодня свадьба. А тут оказалось, что исчез жених, Хосеми Эрдия. Он работает у вас? Работал, Амая. Работал. Я его пару дней не видела. Может, он передумал? Нет, нет, невозможно. Я лишь хотел спросить вас, где он. Вы с ним были неразлучны, и я подумал... Вы ошиблись. Да, я любила Хосеми, но я умею проигрывать. Пожалуйста, не звоните мне больше. Ваше счастье — это мое горе. Мужчина, которого я любила, женится на другой. Не волнуйтесь, он найдется. Он настоящий Эрдия, а значит, непотопляемый. Сегодня вечером он возьмет в жены Мору Амая. И этого никто не изменит. У меня бы твои нервы. Тренируйся, учись прятать чувства. Пока. Не волнуйся. Эрдия слушает. Амадор, это Альба. Чего тебе? Я отбросила ложный стыд и решила принять деньги, которые ты мне предлагаешь. Хорошо. Сколько стоит лекарство? Много. Сколько? У меня мало времени. Около 2000 в месяц, пока длится курс лечения. Ты смеешься? Нет. Извини, теща, но у меня нет печатного станка. Амадор, меня это не волнует. Болезнь моей дочери на твоей совести. Это ты подбил ее иммунную систему, поэтому затяни пояс потуже и раздобудь нужную сумму. Я подумаю, кого ограбить.
Ты чего это? Так можно не дожить до самолета. Что слышно о Хасеме? Ничего. Но он скоро объявится. Ты плохо выглядишь. Так, проблемы. Пройдет. Зря ты ее отпустил. Она сама ушла. Ты ее не берег. Как всегда, я во всем виноват. Ты обижал ее. Я не буду это обсуждать. Почему? Я твоя родная сестра. Давай поговорим. Я никогда не знаю, что с тобой происходит, что у тебя на душе. Знаешь, Ампара была мне больше, чем женой. Она женщина моей жизни. И вот она ушла. Хану Амайя. Скажи правду. Если бы ты так сильно не презирал Хану, благословил бы нас с нею. Вот видишь, тебя сжигает ненависть, отдаляет тебя от Ампара. Ты останешься один, и всем нам испортишь жизнь. Я позволил Хасеме жениться на одной из Амайя. А почему мне нельзя выйти за Нинью? Разговор опять съехал на него. Ты везде ищешь выгоду? Нет. Встань на мое место, а я на твое. Если Хасеме женится, почему нельзя мне? Мужчина может взять в жены женщину с дурной фамилией, а женщина нет. Женщина зависит от мужа. Я не отпущу тебя жить в этот проклятый дом. Лус – живой пример. Ты хочешь спасти Луса Тамая? А кто спасет нас от тебя? Кто спасет Ампару? Твой брат передумал и теперь хочет самолет? Зачем тебе деньги? Скажи мне. Проблемы со здоровьем. У тебя хорошо получается зарабатывать. Не искушай судьбу. Везет лишь новичкам. К тому же я пытаюсь открыть свое дело. Не такое рискованное. Какое? Игра на разнице цен. Для этого нужно иметь деньги, недвижимость, чутье, и можно хорошо заработать. Да? Тебе не подойдет. Нет, постой, объясни мне поконкретнее, в чем тут хитрость? Я даю деньги в долг под хорошие проценты, а для этого беру деньги в долг под более низкие проценты. Разница в карман. О какой прибыли идет речь, и можно ли попросить аванс? Аванс можно получить только под залог недвижимости или ценных бумаг. Этот клуб. Официально он принадлежит мне с братьями, но я обладаю правом подписи. Подпиши бумагу, мой знакомый нотариус ее заверит. А их подпись? Это простая формальность. Ты получишь свои деньги, хоть и с долей риска. Может, тебе лучше заняться чем-то более спокойным, хоть и менее выгодным, зато без риска. Нет. Прости, но мне необходимо получить деньги завтра. Я попробую. Партнеры? Я сейчас же принесу бумаги. А ты угощайся. Спасибо. Красавчик, ты хотел сбежать? Очень плохо. Ничего не выйдет.
Кончайте ваши игры. Меня все ищут, беспокоятся. Это точно. У тебя импульсивные родственники. Твой тесть звонил. Меня найдут. Давайте разойдемся миром. Ты полюбишь Париж. А пока что давай успокоим твою невесту, чтобы ее истерика не помешала сесть в самолет. Представь себе, Мора тщетно ждет тебя у алтаря, а мы с тобой первым классом летим в Париж. Алло, Ниньо, позови Мору. Хосеми, ты где? Она переживает. Напрасно. Дай трубку Море. Дай, пожалуйста. Хосеми, дай трубку. Любовь моя, ты где? Что случилось? Все хорошо. Ты купила букет? Зачем? Букет для танца. Я считаю минуты до встречи с тобой. Любимый, ты где? Не скажи лишнего. Алло, ты где? Помни, я люблю тебя больше жизни. Алло, Хосеми. Ну? Объявился жених? Кажется, все в порядке. Он не бросит тебя во второй раз? Ты опасаешься, что тебя засмеют? Нет, что ты. Никто не посмеет. Если не придет Хосеми, ты выйдешь за Амадора. Он будет наготове. Я пошутил, не обижайся. Но вы с ним как порох и спичка. Нет, нет. Такие подарки делают лишь от чувства вины. Какие подарки? Хосеми не сказал? Нет. Амадор дарит вам машину. Машину? Он ненормальный. Хосеми говорит мне о букете, но молчит про машину. Почему? Дочка, все Эридии ненормальные, но ты лезешь на рожон. Он позвонил, но мне неспокойно. У него был очень странный голос. Странный? Он все говорил о букете. О букете? Да, мой свадебный букет. Танец. Он немного нервничает, и это естественно. Узнай, где он. Хорошо, хорошо. Я постараюсь. Тогда я пойду распаковывать подарки. Эй! Ты видела мой? Мне рассказали. И как тебе? Предел дурновкусия. Простите. Лосара, это женщина. Мора? Нет. Гобелана. Ты ее хорошо знаешь? На что она способна? Ее муж был известным мафиози, а она его лучшей ученицей. Я предупреждал, что с ней нельзя связываться. По-моему, вы все напрасно тревожитесь. Может, Хосеми сейчас на свидании? Нет, нет, это вряд ли. Почему Хосеми несколько раз повторил слово «букет»? Букет невесты? Нет, нет, погоди. Нет. У мужа Гобеланы была мастерская, которую они называли то ли букет желаний, то ли еще какой-то букет. Хосеми, он дал нам нить. Он в беде? Поезжай туда, разведай. Почему сразу я? Если его убьют, он не сможет жениться на Море? Я не хочу мешать свиданию. Ты еще надеешься получить Мору, да? Я угадал? Ты был прав. Да. Он очень доверчивый, и ему нужны деньги. Меня это беспокоит. Сколько нужно? За 1000 задатка ты получишь доверенность за подписью всех Эреди. Ты наложишь руку даже на их фамилии. Я обожаю предприимчивых женщин. Детка, держи меня в курсе дела. Пока. Ты ничего не забыл? Что? Пригласить меня на свадьбу.
Ты давно собираешься представить меня своим? Да, но сейчас не время. У нас в семье опять проблемы. Если честно, то пропал жених, и вряд ли эта свадьба состоится. Да? Да. У тебя бывают периоды без проблем? Бывают. Даю слово. Наберись терпения. Осталось совсем немного. Хочешь затмить невесту? Нет, вовсе нет. Надень свои блестящие сережки. Да, хорошо. Ты ответишь? Да. Алло? Майта, это ты? Сильверио, ты где? Я напал на след свидетеля убийства. Кто это? Парень, который совратил девушку Сегундо. Тот застукал их на месте. Привези его. Нет, он скрывается от Сегундо. Но мне обещали дать адрес его укрытия. Ясно. Пожалуйста, будь осторожен. Ты тоже. Прости, я уже могу позвонить? Да, звонила Ампара, спрашивала о свадьбе. Ампара? Да. Мора, не дергайся. Не то станешь похожа на клоуна. Я переживаю за Хосеми, у него был странный голос. Что с ним будет? Что угодно, Луз. Есть новости о Хосеми? Да, он позвонил Лосар и едет домой. Мне тревожно. У меня дурное предчувствие. Успокойся, что-то не так. Лос, где мой костюм? Зачем он тебе? Тебя не приглашали на свадьбу. А я пойду и буду там веселиться. Тебе нечего там делать. Я твой брат, так что обломись. Ты мне не брат. Вы можете не ссориться хотя бы один день? Мора, мы одна семья и не можем ему запретить. Папа. Но не смей садиться за один стол с нами, ясно? Если я увижу тебя с рюмкой, то выкину вон. Я в душ. Не смейте включать воду на кухне. У меня жуткие проблемы с дочкой. Мне нужна помощь свыше. Успокойся, я скажу тебе всю правду. Да, да. Ты еще не переоделась? Я не пойду. Ты же посаженная мать. Слушай, у меня мало времени. Только говори попонятнее. Опять кровь. Темная. Две реки слились в одну. Дурной знак. Если их не развести, твоя дочь никогда не поправится, Альба. Послушай, Консепсьон, это уже в прошлом. Под рекой ты подразумеваешь Амадора, да? Они вместе. Эти сердца не хотят расставаться. Пока их любовь жива, остается только один путь. Единственный. Правда ее излечит. Она поправится, когда ты скажешь ей правду. Да? Я дала слово и не нарушу его, потому что правда убьет мою девочку. Ты просто шарлатанка. Зачем ты меня звала? Я сама этому удивляюсь. То пророчишь одни несчастья, то другие. От тебя все мои беды. Твое спасение — сказать ей правду. Какое спасение? Ты деревенская знахарка, а мою дочь поставит на ноги современная наука. Прочь отсюда. Альба, открой правду. На радость своей дочери и всем остальным. Ты это видишь? Одно твое слово. И клянусь кинжалом, я заполучу Лосара, и мы заживем втроем. И повесим на стену семейный портрет. А ты встретишь старость всеми забытой. Ампара Сото. Эредия, опусти нож, забрызгаешь меня маслом. Привет. Мне будут платить 50 в день.
Это жалкие крохи, но и то хорошо. Кто-то звонил? Да, звонил Хану. Но тебе это вряд ли интересно. А твой мерзавец, слава богу, молчит. Как самочувствие? Хорошо. Держи. Это на первый укол. Пожалуйста, прими. Вы моя единственная семья, а ты моя племянница. Ты поправишься. Спасибо. А вдруг гадалка не лжет? Кажется, свадьбы не будет. Прости, я опять свалял дурака. Мои люди ходят холостыми. Ты быстро нас нашел. Откуда тут этот ангел? Сейчас ты все узнаешь. Нет, Ампаро, только так. С голыми плечами ты на 10 лет моложе. Нет, Альба, не уговаривай, я не пойду. А как же Хосеми? Ты ему как мать. Я только все испорчу. Почему? Ты боишься не Хосеми, а Лосара, верно? Он столько лет морочил тебе голову, а ты винишь себя. Мне больно видеть его несчастным. А видеть, как он целуется с Луз? Иди с Хано и утри нос своему бывшему мужу. Лосара не стоит твоих слез. Он четверть века вытирал от тебя ноги, а теперь вдруг забеспокоился. Альба, перестань меня нервировать, у меня голова болит. Ну, прости меня. Мне жаль бедного Хану. Он 25 лет тебя ждет, а дождался твоей головной боли. Извини, это анекдот с бородой. Я понимаю, каково тебе, но ты не можешь не пойти. Хану не сдастся. А вот и он. Привет. Готова ли невеста, то есть посаженная мать? Они обе готовы, забирай. С удовольствием. Желаю вам хорошо провести время. Спасибо. До свидания. До свидания. Веселитесь на здоровье, пока. Что с тобой? Ничего, ничего. Это кровь. У меня... От кашля пошла носом кровь. У нас есть деньги на первый укол. Пойдем к доктору. Радость моя, скоро все будет хорошо. Пойдем к доктору. Который час? Мора уже выходит замуж. Правда, непонятно за кого. Почему мне так не везет? Я связался с Гобеланой, чтобы обеспечить Мору. Успокойся. А теперь я ее теряю. Она не простит меня. Как тебе машина? Можешь не жениться, она все равно твоя. О чем ты? Тебе лишь бы зубоскалить. Заткнись. Ты рад чужому горю. Заткнись. И подумай, как нам отсюда выбраться. Я-то решил, что ты явился меня спасти. Нашел, нашел. Что ты нашел? У нас есть надежда. Видишь? Я уже видел этот осколок, но он далеко. Ты любишь Мору? Да, люблю. Тогда падай на пол, чтобы успеть на свадьбу.
Давай. Раз, два, три. Я сказал, падай, а не ори. Давай, доставай. Ласаро. Привет. Я рада, что ты здесь. Я должен благословить брата. Я тебя очень прошу, не строй из себя влюбленную дурочку. Все и так знают, что ты падшая женщина. Не смей ее оскорблять. Обернись назад, Эридия. Хано, это безумие. Моя дочь выходит замуж. Мы не можем уйти. Улыбайся. Я еще должен сказать тост. Я заготовил пламенную речь. Улыбайся, посаженная мама. У тебя необыкновенная улыбка. Браво! Браво, браво! Браво! Достал? Кажется, да. Схватил? Да, тогда режь. Режь! Скорее. Не торопи меня. Ты нарочно копаешься? Что там, что? В чем дело? Готово. Они перетянули мне запястье. Все? Смотри, развяжи меня. Давай, быстрее. Тебе нравится машина? Развяжи руки. Да или нет? Давай же. Нравится или нет? Нравится. А цвет? Я тебя прибью, Амадор. Нравится цвет? Нравится? Дочка, все ждут, когда невеста танцем докажет свою готовность выйти замуж. Ты положишь свой букет в самый центр круга, и твой будущий супруг явится, чтобы поднять его и показать, что он берет тебя в жены. Ура!
me olvidas.